Спонсор прогноза погоды — компания «Эвалар». «Фиталакс» – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания. Новинка – послабляющий батончик с ценными пищевыми волокнами. Какая погода ожидает вас днем 21 октября? Расскажу вам я, остроушка Арина. У погоды нет плохой погоды, но бывают дожди, продолжительные осадки во всех городах края, кроме Белокорихи. Там будет пасмурно, температура понизится в среднем на пару градусов. Сейчас расскажу подробнее. Плюс 6 градусов в Камне на Оби, 8 градусов выше нуля в Заринске, Славгороде и Тальменке, 10 градусов тепла в Кулунде, 12 в Бийске и Алейске, 13 градусов в Белокурихе и Рубцовске. Краевую столицу ожидают круглосуточные дожди. Дневная температура плюс 11 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. О погоде это все. Я желаю вам научиться применять полученные знания в жизни. Всем добра и до свидания.